Друзья, всем привет! Итак, сегодня у нас заключительная серия распаковки Ads Pro, какие я себе в этом сезоне хочу попробовать. Все, коробочка пустая. Заключительные — это вот такие вот шикарные попперы. Смотрите, какая расцветочка. И в такой вот. Pro и Kiro. Имя и Kiro. Pop 65 называется имя его. Тут стоит цвет, характеристики. Что тут, два шарика каких-то. Шумящий как будто. Посмотрим, сейчас распакуем, посмотрим. Цвет Chargeback. Green Frog, зеленая лягушка, цвет зеленой лягушки. Интересно, вот такой цвет, и поэтому я решился взять вот такой вот воблерочек. Открыл, распаковал. Чувствую, что качество на ура. Начнем с этого. В такой вот красивой, интересной расцветке. Шикарно покрашено все. Скажу сразу, на воде тестовать сейчас не собираюсь в феврале, а будем ждать конец мая, может июнь. По теплой воде обычно работает поппер, сейчас бесполезно, поэтому будем ловить летом, пробовать. Как все знают, поппер как поппер. Шумящий такой. Ну и смотрим нашу следующую расцветочку под лягушку. Вот такой вот интересный цвет с пятнами. Действительно красивый цвет. Мне он сразу понравился. И так как и Kiro всегда, почти все и Kiro делают воблера. Впереди красный тройник, как я уже говорил в другом обзоре. Тройники от Gamikatsu, повторюсь. Вот так вот все сделано. Указан 7 грамм. Сейчас посмотрим. 6,78. Правильно положим. 6,77. 6,80. Думаю, в районе 7 грамм на мой спиннинг еще подойдет от Дайвы Prorex. 2 до 7 грамм спиннинг отличный, второй сезон ловлю, и мне он нравится. Смотрим на ультра, светится, видно. Пузо и спинка светится. Что еще можно сказать? Ну, также под лягушку тоже светится отлично. Видно. Зеленый цвет вообще светится. Так вот, если вот так вот смотришь. Красный цвет нет, но покрашена спинка. Очень похож на мои другие попперы от Paladin. Похож на Yuzuri 3D. Я думаю, он будет ловить на ура, потому что Yuzurik 3D очень хвалят. В этой расцветке я разловил. Это, кстати, второй воблер, так как первый отстрелил, покусанный был зубами от щук. А сейчас они все новые у меня. Так что похоже вот на такой воблер. Значит, будет ловить на ура. Ну и, конечно же, советую вот такую коробочку. Мне она очень нравится. Покупал AliExpress от Olblue.
наполнены. Тут у меня все приманочки, которые мы собираемся разлавливать. И вот в эту коробочку воблеры от Спро свое место нашли. Теперь пойдут следующие. Все нормально закрывается. И воблеры не считаются. Все. Как раз вот такие вот коробочки всегда искал. Маленькие, удобные. Не мешаются. Вот так вот. Точь-точь влазит. Сейчас тронет тут. Вот, все. Вот и все. Еще пару мест есть. Посмотрим, что туда еще пойдет. Так что вот такой вот получился обзорчик. Всем удачи на водоеме. До встречи. Кстати, да, скоро будет розыгрыш. Ждите. Подписывайтесь. Ставим лайки. Пока-пока.